Повсеместное использование гаджетов, телефонов, планшетов, компьютеров очень часто приводит к ухудшению зрения у детей и подростков. Так, по прогнозам ученых, к 2050 году около половины населения планеты будет страдать близорукостью. Особенно неприятно прогрессирующая форма близорукости, когда зрение падает стремительно. Ребенок с каждым годом видит все хуже и хуже, будто в расфокусе. На помощь приходят современные технологии, так называемые ортролинзы. Ортрокератология. Набирающая популярность направление в офтальмологии. Безопасный метод коррекции зрения. Коррекция нарушений происходит за счет использования специальных линз. Ночная линза – это жесткая газопроницаемая линза, которая одевается ночью перед сном. Во сне линза меняет форму роговицы. В центральной части роговицы уплощает эпителий, в периферической части эпителий увеличиваются в размерах. Тем самым искусственно минус уходит. Утром снимают линзу, и утром близорукости уже нет. Дети и взрослые видят на весь день 100%. Дети очень легко привыкают к ним, буквально пару-троек дней и все, и никакого дискомфорта уже не ощущается. Подбираются индивидуально после комплексного обследования. Клиника «Точка зрения» оснащена самым современным оборудованием. Диагностика проходит быстро и безболезненно для маленьких пациентов. На сегодняшний день ортролинза – самый безопасный и действенный метод коррекции близорукости у детей старше 6 лет. Ортокератологические линзы, они на сегодняшний день самый безопасный метод коррекции. Почему? Потому что он сделан из такого материала, что у него кислородопроницаемость 100%. Ночные линзы корректируют близорукость со астигматизмом, близорукость, начиная с минус 0,25 до минус 7 диоптриев, корректируют ночные линзы. Если с астигматизмом, то близорукость до минус 4, при условии, что астигматизм не больше 2 диоптрий. Основная цель ночных линз – это не дать прогрессии близорукости. То есть, если у ребенка идет, мы видим, что там раз в полгода минус увеличивается, то первое показание – это уже ортокератологические ночные линзы. Поэтому мы линзу подбираем и каждый год уже проверяем насчет близорукости. Если прогрессия близорукости остановилась, то уже мы можем задуматься либо дальше носить ночную линзу, либо уже можно другие методы коррекции. Ортрокератологические линзы показаны не только детям, но и взрослым. Их могут носить пациенты, которым по определенным причинам невозможно провести лазерную коррекцию зрения. Рассчитаны ортролинзы на один год. После этого периода, во избежание осложнений, линзы нужно заменить. С развитием ортрокератологии больше не нужны ежечасовая гимнастика для глаз и витамины с черникой. Стоит лишь несколько раз уснуть с ортролинзой, и жизнь ребенка вновь заиграет яркими красками. Для пациентов чудо, для врачей обычная работа. Для наиболее полного обследования и подбора линз вас всегда ждут в клинике
точка зрения.